Я рад приветствовать играющих со временем на канале Домако. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Депония Думсдей. Ну что, дорогие друзья, давайте продолжим наше с вами путешествие. Все как обычно, начинаем. Кстати, я уже собрал немножечко материала, то есть я нашел... Опять же, забрал инвертор тока, сделал себе стаканчик со льдом, и меня уже, конечно, заспойлерили в комментах. Чего делать совершенно не стоит, но мне заспойлерили, что надо на картошку полить лед. Ну да, как-то там что-то с ним сделать. Так что мы сейчас пойдем с вами лить на картошку. Кто хотел полить на картошку когда-нибудь? О, чего вы не поете? Я же еще не подошел к вам, даже близко. Пойдемте лить. Ну что такое? Я просто так кубики льда-то не могу, наверное, да, закинуть. Oh, great, this is going to the grill. I'll never get the potato cooled down like this. Просто выкинул в решетку их. И что, теперь без льда? Да ё-моё, ну короче, погнали. Я надеюсь, что мне заново не придется время отматывать. Я не хочу. Погнали обратно, короче. Я понял, блин, так это как бы не катит, да? Я так понимаю. Может, надо растопить лед. Сейчас будем думать. Я взял, просто кинул. Без церемонно, отлично. Прекрати, ты какой-то извращенец. Ты меня пугаешь. Аппарат же не должен распознавать, есть у меня емкость или нет. Ну давайте, ладно, погнали. А где там выход-то? Вот он. Пойдем попробуем еще раз. Это было странно, как минимум. Так, а подожди, а как мне тогда это сделать? Что тут я вообще могу поюзать? Это что такое? Это барбекю. Пчелы, меда. Пчелы, тут пчелы, мне шапка нужна. Здесь пацану надо бороду приклеить. А барбекю зачем? Эти барбекю. The barbecues go out whenever I get close. That can only mean one thing. I'm even cooler than I thought. Так, смотрите. Я лед-то кинул подобрать. Прибор для резки картофеля. А зачем мне картофель? Ага, может пригодиться, да, в будущем? А если я на барбекю? А, ну да. Не-не-не, уходи. Воу-воу-воу-воу, да не уходи ты, я тебе говорю. Ну стой, ну куда ты пошел? Я просто хотел отойти в сторону. Ну сейчас, наверное, стакан уже кто-нибудь упрет, нет? Тут такой вороватый народ, что, может быть, уворует. Мало ли вдруг. Всякое может быть. Так, давайте. Профессор Руфус presents the miracle of heat exchange. Ну-ка, давай. Так, вот... Во! В этот раз нормально, смотрите. Запеченный картофель на зверем. Ха-ха-ха! Вот так вот. Так, похоже, это какой-то камень вообще. I could just pig out on looking at potatoes all day. Except that I can't really. А что такое? А, надо было просто другую кнопку, да, нажать. Картошка у нас есть. Картофельная. И алюминиевая фольга. Так, картофель. Давайте его засунем обратно. Могу? Смотрите, могу. А зачем? О, теперь есть чипсы у нас, да? Две половинки картошки. Зачем она мне? Так, а если я расчетвертую? Специальная машина для четвертования картофеля, понятно? Если машина такого размера выполняет только одну задачу, как четвертовать или половинивать, а половинивать. Я думал, что мы картошку будем ртом доставать из вот этой вот бочки с какими-то крысами. Но мальчишка очень хочет это сделать. Кстати, мне знаете, что сказали? Мне сказали, надо пойти потыкать на вокруг на полочку в баре. Говорят, какая-то пасхалка там откроется веселая. Типа надо долго тыкать. Но не один человек написал, мне сказали, что... И что я должен? Ой, это что такое? Это что такое? Да! Давай!
Хо-хо-хо, да! Блин, ну все, давай еще! Я могу еще? Я могу еще! Ну... Блин, ну давай еще, пожалуйста! Блин, такая музычка нормальная была! Блин, вообще оторва, оторва, а не музыка! Уху! Че это было-то вообще? Че это было-то вообще? Кто это был? Мне показалось вначале, что это была птица, короче. Типа птица. Потом я подумал, что это какой-то абориген, короче, который хохлатый какой-то. Че за фигня вообще? Че тут творится? Блин, дайте еще, хочу еще. Давай, ну, чувак, че ты? Блин, спасибо, клевая пасхалочка. Я не знаю, к чему она. Но это прикольно было. Музычку вообще оторва. О, блин, вообще. У-ху. Блин, класс. Так, отлично. Подъем настроения произведен. Давайте думать, что надо. Что с фольгой? Это было бы, наверное, странно обматывать фольгой инструмент. Да, может быть, его можно смотать вместе. Так, ладно. Может быть. Может быть, знаете что? А! Что это такое? It's the latest thing. Последний писк моды. Что это такое? Шапочка из фольги! Это шапочка из фольги! Такая же шапочка, как у того чудака с машиной времени, да? Или у него не машина времени, он вообще сам по себе. А, временной чувак. Давайте еще у Лотти заберем. Так. Ну ладно, давайте у него заберем. У него же есть. У него же есть бритва. Я хотел бы забрать у него. Он же мне даст, по-моему, проволоку, да, из лифчика. Ага. У тебя ноги волосатые. А, он не может пока дать мне бритву. Да-да-да, я вспомнил. А-а-а, фу. Прекрати это делать. Good job. Hang in there. Oh, damn. I feel for you, buddy. What? Oh, I just mean... Oh, this sure stings. Девушки, на что вы только идете для того, чтобы выглядеть прекрасно? Нам встал с утра, плюнул на руку, причесался и пошел. Ладно, давайте. Мне ты нравишься. Ты, короче, все, ладно, хватит. А он мне не даст ничего. Ну ладно, давай, бывай, бывай, бывай. У нас есть проволока, а у нас есть шапочка. А шапочка нам для чего? Шапочка. Давайте подумаем, для чего нам шапочка. It's the latest thing. Шапочка. I think I'll just keep that up. Так, а шапочка ведь может помочь, может быть, чуваку тому, да? У нас же, ой, простите. У нас же, он же говорил, что он не помнит, алкоголик там есть, стоит. Он говорит, что он не помнит. Как бы того, что он должен был помнить. Но он не помнит, потому что, как бы, он-то не защищен от времени, да? Ты-ты-ты. О, кстати, с ним можно поговорить, смотрите-ка. What's going on? Why aren't you playing? We haven't learned that song up by heart yet. And without light, we can't see the music. Then why not play something you know by heart? I think I can come up with something. Ну-ка, давай замочи. Rudy's dental work went wrong. Oh, please don't. I've already had to put up with that howling long enough. Still, much better than having to gaze at your mug all day. Hey! Do you think that I suffer from ear potatoes? Ну давайте, бомбани. Они не могут, да, этот недоволен. Ну ладно. Ты вообще какой-то скунса какого-то тушка нажарит. Ладно. Вот я про него говорю. Он же, помните, тогда сказал, что он не может запомнить. Нам же слона надо розового. Я начинаю вспоминать потихоньку, что нам надо сделать. Так, розовый слон. Кстати, тараканы еще у них живы. Прикиньте, у них живы тараканы. У нас-то тараканов практически нет, вы заметите. А все это почему, кстати? Потому что вполне возможно мы питаемся такой пищей, которую тараканы жрали и умерли. Она потому что практически ненатуральна. Так, ну ладно. Давайте поговорим
Да ты, я, конечно, шуткую, это... Но есть такая теория, кстати. Well, from a purely classical causal viewpoint, no. Multiversally speaking. И этот чувак нам. Listen, if you want me to have a sore head, you're too late. Dr. Übel's foul-mouthed rotgut has already seen to that. Доктор Рогалетто. Я просто почему вспомнил, потому что, во-первых, тот чувак нам, у него специальный пункт был, да, о том, чтобы рассказать, как можно было сопротивляться времени. У нас пластина в башке. У него шапка из тоже из такой фольги на голове. И вполне возможно, что ему тоже поможет. Поможешь мне прогнать розового слона? Так, давайте поговорим. Have we talked about that already? Funny, I can't remember that at all. No matter. It's gone already. I don't mean now, but... Da-da-dam. Earlier. You want me to help you chase away an elephant from your past? Been there, done that, got the medal. I got exactly the same problem with my wife, Trudy. My strategy? Drink to forget. Well, completely wrong. The trick, in fact, is to remember when time repeats itself. Huh? How am I meant to remember something? That hasn't even... Ну, как вы видите, да, он... Ну, мы как мы помним это все, ладно. Я выясню, да мы уже выяснили. Ну, если это поможет, конечно. Шапочка, надеюсь, поможет ему. Нате шапочку. Да, смотрите, нате шапку на бушку. Одевай, молчи. Then leave it where it is. I drink to forget. I don't want you to remember the past, just the future. Sounds like a change of strategy. As I have absolutely no future anyhow, it can't get any worse. That's the spirit. But if it's all the same to you, I'll use my own. Sure, of course. I would too if I... Whoa, wait a minute! What? You had a tin foil hat with you the whole time? Must have been a flash of divine inspiration. I do so love nibbling the wrap off Matt's piss bottles. I did, however, line it with straw in order to... I get it. You had a tinfoil hat. All that work for nothing. How incredibly hilarious. You see me wiping tears of laughter from my crow's feet. Can we finally move along here? Be my guest. But with what? Now, I don't want to bore you with details. Just remember this one thing. If history repeats itself, try to stop that pink elephant somehow. Yeah, okay, why not? It's the least I can do. I think so too. У него все это время была эта шапка алюминия. Вообще, это нормально, да? Такой хитрец. Так, ладно, шапку-то ты на мою верни, чё ты? Мне алюминий нужен, тут вообще алюминий, на вес золота. Так, что ж тогда делать дальше? Смотрите, у нас есть... Ключ. Борода. Куча какого-то металлолома ненормального. Две картохи и пупырчатая пленка. Я не знаю, что делать с этим совсем. Так, может пупырчатую пленку дать вот этому типу у бара? Он пускай нервы свои успокоит. А то он тут, не понимаешь, психует. На. Я все понял. Он же сказал, у меня что, говорит, картофель в ушах. Вы помните? Да! Я сейчас наушники сделаю из картофеля. Класс! I think I still have the touch. Did I say potato astronauts? No, I meant ear protectors. Так. Are those by any chance ear protectors? Да, из картошки, вот, пожалуйста. Wow! Thanks! I can't imagine how much that band's incessant noodling is getting on my nerves. Come on, play Rudy's dental work! Rudy! Rudy! You heard it, lads! Our fans are clapping for Rudy! A one, a two, a one, two, three, and whatever comes after three. Что там после трех? Нормальная музычка. Нормальная музычка, давай.
А что, этот уснул. Я ружье теперь могу забрать? А чё он недоволен был? Музыка-то нормальная. Так, странная, короче, фигня. А нафига мне это надо было сделать? Чё это, видимо, для чего-то надо было? Totally off in their own little world. Unfortunately, they left the music here. Блин. Hello? Всё. Totally off in their own little world. Всё, их накрыло, короче, я понял. Так, а для чего мне только это надо было сделать, непонятно. А, вот может быть. Ёршик для... Хватит. Так, ёршиком, наверное, смогу почистить ствол винтовки. Я не знаю, строю предположение. Для чего еще ёршик может быть нужен? Еще что, пацана, борода, он не может ее одеть. Мне... Я могу вообще что-то с этим хламом делать? Может, я могу соединить и сделать себе шапку? Типа там... Давай. Нет, хлам, да? Очень жаль. Блин, ну что такое? Я же так прям так обрадовался. Короче говоря, я не знаю, что надо делать. Мне сказали, кстати, часто сохраняться. Игра, говорят, божит вообще, как я не знаю кто. И можно потом вообще обкакаться. Ну, извините, конечно, за подобные подробности. Ну, типа, может произойти такое, что придется переигрывать очень много. Так что будем стараться чаще сохраняться. Давайте, короче, я не знаю, что делать. Это музыканты, а там чувак стоит. Ружье мне не дают. Пацану тут кран нужен. Пацану... Ничего, пацану. У меня нет бород, бороду могу дать, на что ее приклеить, не знаю. Клеенку тоже пока не знаю. Может быть, надо куда-нибудь ее сунуть. Клеенку эту. Возьмешь, чтобы не расстраиваться. Можете полечиться. Stop it! I mean, stop. Прелесть. Так, ладно, понял. Может, тут кому дать ее пленку? Для чего она еще может быть нужна? I told you 1000 times already, Rufus. You can't pay your tab off with some old junk. Huh? What do you mean pay? I put it all on my tab. А чё, hey, Tony, нормально? You want to see what I'm working on at the moment? I thought everything was ready. And it is. Well, what are you working on then? Nothing. Да ничего ты такая, вообще не жизнерадостная, прикольная же. Так, ну что, погнали. Кстати, правильно подметили в комментариях о том, что он-то все-таки ее доставил на Элизиум. Как и обещал. Вот такой вот он красавец. На летучем шаре летец. Ну погнали тогда, я не знаю, что еще делать. Здесь пойдемте опять мотанем время. Да, хотя, в принципе, нам, наверное, можно. Сейчас же там слон припрется, да? А вот этот чувак нам поможет, наверное, да? Нам как бы это и надо сделать. Я так чувствую, что игра от нас этого... Так что я тебе сказал. Тут, кстати, шляпы нет? Я заметил, что шляпа... Да мне и писали тоже, что в этой игре вместо яиц... как его зовут-то? Утконоса, во. Собираешь шляпы. И шляпы этих здесь, я так понял, навалами. Потому что я одну нашел, было написано 93, ё-моё, шляпы. Куда мне столько шляп? Что за шляпная фигня? Так, ладно, давайте крутанем ручку. Крути ручку! Да не слушай, ты его крути уже. Так, верно. Давай немного подождем. Неважно, я могу сделать это снова, если потребуется. Давай. Давай, крути! Теперь-то розовый слон мне не помешает, надеюсь. А я уже охоту собрался на него там. Нино, Нино, let me through! I'm a prophet! Here we go again. Руфус?
Are you there? Я-то тут. Where else? Shall we have another? Где же еще? I can hardly wait. Come on. Мужик, если ты все помнишь, come on. Ты не мог припарковать свою сраную тачку в другом месте, так если подумать. Come on. Come on. Come on. Come on. Так третий раз, сейчас вам придет. Come on. Turn now. A little more to the right. Careful, a sweet wombat. Back a little. Dodge the vultures. Береги стрелятников. And stop. Perfect. Вот так вот. Are you sure that I can leave it here? 100%. Что-то мне кажется, что его разрушат. The timeline is probably intact again. That means... What is that? I'm receiving strange values. Values? What are you talking about? No idea. I... Rufus! Quick! Что it's произошло? Here! Hurry! Что произошло? О, туда надо бежать? Сюда! Стаканы! Стоят! Стаканы стоят! Ладно, слава богу. Побежали быстрее. Там... Что произошло? Тебя слон обидел? What happened? The pink elephant! It was here! I wrestled with it! For a short while I felt I was winning, but then it disappeared into the ground! If anything's disappearing around here, it's your grip on reality. But you saw it too! I'm not so sure anymore. Maybe it was all just my imagination. Well, your imagination has a really hard left hook. I know! But enough of that. The glasses are safe and sound. Everything else is secondary. I'll go get Tony, and then we're out of here. I fear things will turn out different. I sure hope so. А, теперь надо идти, получается, к Тони, да, и ей сказать. Мне, кстати, написали, что розовый слон, как мне написали, по-моему, у американцев, или может это вообще как бы у другой части населения нашей планеты, как бы, да, иностранной, заморской, считается как бы, типа, признак шизофрении, видимо, знаете, ну, типа, он видится слон розовый, видимо, знаете, это такое, типа, как сленговое какое-то определенное изображение, вид, короче, вид шизофрении. Короче, я не знаю даже, как у нас может быть белочка, а? Все с зверями связано. Не кажется вам странным? Все связано со зверьем. Да соткнись ты там! Хватит тут наяривать. Прекрати наяривать бутылку. Чистит он ее, понимаешь, все время. Че ее чистить-то? Не раз почистил, или пускай она будет... Че она там, успела испачкаться, что ли? Слюной своей забрызгла. Протри hey, просто тряпочкой. Опять not ты. Now. Jack-o-lantern. Фонарики дыгвы. Так, вот и сейчас достанется. Бедный Лоти. Вот здесь была шляпа. С пропеллером. Похожая на ту, которая была у одного из типов. Когда мы в Кувыке были в первый раз. Ну, она в первую часть. Давайте с ней поговорим. Hi there, Snuggle Bunny. Подожди, подожди, подожди. Давай сразу заберем инвертор. А то вдруг мы сразу уйдем. Not today. I've just about had enough of this place. I can hardly wait to get out of here. А, я нажал случайно, да, как бы? Там было написано, убираемся отсюда. Come on, Titch. I still have to pack my crystal glasses and say bye to Pops. Precisely. This time nothing did happen to the glasses. И вправду ничего не случилось. В этот раз... This time. Well, that's nothing you need to worry your pretty head about. The main thing is the glasses are safe and sound, right? Yeah. That would be better for you. Much better. Такая разозлилась. This is gonna be one fun balloon trip. Ah, shut your pie hole. А молодец, подколол. А дай мне мой дротик, я хочу еще раз выиграть. Давай мне инвертор. Вдруг он пригодится. Как птичку. Эть. And... И... Не! Oh, sorry, miss. What? No way. I did everything exactly the same as last time. Well, it's not easy to reproduce a great game just like that. Oh, yeah? We'll see about that. Давай еще раз. Черт, ты меня в голову ему. Давайте еще раз. Давай в птичку целься. And...
Всю голову стыкал. Давайте заберем тогда все это здесь. Так, нам что-то все это может пригодиться. Это не шляпа, кстати? В общем, похоже на шляпу. Хотя нафига они мне нужны, все равно все не соберу. Борода. А еще раз, можно потыкать? Нет. Ладно. Короче, получается, что-то меняется, смотрите, да? Мы не попали дротиком. Хе-хе-хе. Это потому, что нам лед надо было взять, чтобы картошку взять, чтобы фольгу забрать. А теперь как мы будем с без инвертора-то? Что мы будем делать? Нам же картоху-то надо было забрать, чтобы уши поставить тому типу, придется все равно забирать. Ладно. Пойдемте домой начать. Пускай там с Тони пообщаемся. Тони, дорогуша, come моя on, ты... hurry up. So, you got something to say to me? On to Elysium? I mean, about broken glass. Sheesh, broken glass. It brings good luck, no? You mean like the luck of having a completely intact lower jaw? I have to disappoint you there. Ouch! Tony! I'm disappointed in you, Rufus. I always thought you'd be the one to bring a breath of fresh air into this dump. But I got it all wrong. You make the same mistakes again and again and again! It was entertaining the first two or three times. But where's Thin by the fourth? Have a great time with your next attempt to reach Elysium, Rufus. If you need me, I'll be with my dad. And for one last time, keeping the fire extinguisher on standby. Tony! Wait! Damn it! Ничего не понял. Because of that damned elephant again. Это слон поганый, да? Это поганый слон. Where's Tuck anyway? He was supposed to keep an eye on things. You just can't trust anyone for anything around here anymore. Короче, теперь-то все, я так понял, теперь все пошло вообще тартарары. Какого побуина, блин? Тук! Че за... There they are, the shards of a dysfunctional relationship. Was it really too much to ask for you to prevent this debacle, Kowalski? I've no idea how this could have happened. I think that elephant is just too darn clever for us. Ah, hogwash. They haven't hatched the elephant that could put one over on old Rufus. Hey, Rufus. Not now, Macomb Pickle. I have other things on my mind. Bit of girlfriend trouble? Ex-girlfriend. Thanks for that. Oh, jeez, Louise. Yeah. That's my fault? Вот так мы расстались. Exactly, да? Because it wouldn't have happened otherwise. Oh, dear. That's just so wrong. Don't worry. I have a new plan that should iron out this damned crease in time. У него сразу план новый. What are you planning? I think we went at the whole thing ass backwards. This is a crime scene. There have to be clues. Traces. With my criminological skill and your Watson ability, we'll have this case solved before the elephant can say... Ну что, будем раскрывать, да? Ну что ж, дорогие друзья, вот и подошла к концу очередная серия по игре Deponia Doomsday. Ну и подгадил же нам этот салон, а? Ну что можно было еще ожидать от животного розового слона? Что можно было ожидать? Только большую кучу розового... Вот, понимаете, да? Черт подери, поймаем, поймаем, вот за хобот оттаскаем, честное слово. Если вы полностью со мной солидарны, то не забывайте тогда поставить лайк, прокомментировать это видео, поделиться им с друзьями, а также добавить подлисты и вступить в нашу группу ВКонтакте. А также на злую этому проклятому слону подписывайтесь, естественно же, на YouTube канал. А с вами был Станислав, я всех вас крепко обнимаю, целую, люблю. Вступайте в партию антирозовослонинных слоновьих, каких-нибудь антирозовых слонов. Всем пока!